В Ульяновской области продолжается контроль за горячим питанием детей в образовательных и дошкольных учреждениях. Компания «Альтернатива» в Ульяновске работает в 37 школах и в 56 детских садах. Гимназия номер 65 – одно из первых образовательных учреждений, которое перешло на новую систему питания. В гимназии учится 921 ребенок, охват горячим питанием составляет 82%. Когда «Альтернатива» стала организовывать питание, первое, что они сделали, они докупили нам столы, столовую вместе с посадочными местами. Далее мы очень плотно с ними сотрудничаем. Они организовывали для того, чтобы увеличить процент охвата питающихся, они организовывали волонтерское движение, то есть это приходили медицинские работники, которые проводили с детьми беседы о здоровом образе жизни, о питании, об организации питания. У нас шли целые серии уроков именно по тому, чтобы дети приучались полноценно питаться в обед. Это с первым блюдом, то есть супом. Ежедневное питание детей организовано по двухнедельному цикличному меню, утвержденному Роспотребнадзором. Контроль питания осуществляется в первую очередь нашими технологами, сотрудниками которых без предупреждения в ежедневном режиме проходят образовательные учреждения, контролируют условия хранения продукции, вообще саму поступающую продукцию и, соответственно, весь технологический процесс, который способствует качественному, хорошему питанию. Контроль осуществляют и сами родители. Любой родитель может прийти в столовую, попробовать блюдо и оставить отзывы или замечания в журнале дегустаций. В принципе, да, довольны питанием детей. Питание разнообразное, то есть нету повторяющихся блюд. Ребенок тоже доволен. Очень нравятся завтраки. Завтраки, каши молочные, очень хорошо она кушает. Кстати, после анализа удовлетворенности детей и учитывая предложения родителей, меню может быть скорректировано. Поначалу было волнение, но после посещения детского сада, снятия проб, волнение ушло у наших родителей. Всем все нравится. Процент отхода намного уменьшился. Меню у нас цикличное, 10-дневное. Ежедневно завозят свежие продукты. Готовит у нас наши же в стенах нашего детского сада. Полуфабрикатов у нас нет в детском саду. Как рассказали в региональном министерстве образования, контроль за организацией питания – процесс многоступенчатый. Функция питания первостепенная, поэтому в постоянном режиме Министерством образования и науки Ульяновской области осуществляется мониторинг организации питания во всех образовательных учреждениях на территории региона. По данным ежемесячных показателей мониторинга осуществляется предметная работа по улучшению качества питания на проблемной территории.